Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Sound Ocean. И сейчас я покажу вам, как поменять дату и время. Итак, зажимаем центральную кнопочку. Открываются у нас параметры. Мы выбираем общие. Выбираем время, дата. Отключаем автокоррекцию времени. И можем теперь вручную настроить время. Вернее, мы можем его не настроить, но выбрать часовой пояс можем вручную. Вот. И также можем изменить формат даты. Либо день, месяц, год, либо месяц, день, год. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.